Блок двигателя – это основа любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Заглушки технологических отверстий и пробки водяной рубашки. Пробка масляного канала. В данной модели гильзы цилиндров съемные. Медные прокладки. Шпильки-головки. Шпильки крепления коленвала. Коленвал. Заглушки масляных каналов коленвала. Коренные вкладыши и трубчатые штифты. В каждом вкладыше есть по два отверстия для подачи масла. Также на вкладыше есть замок. Это упорный выступ, который предотвращает проворачивание или смещение вкладыша. Бугеля или крышки коренных подшипников. На центральный бугель устанавливаются упорные полукольца осевого смещения коленвала. Кронштейн крепления маслоприемной трубки. Затяжка болтов происходит по направлению от центра и в стороны. Поршни, маслосъемное кольцо, компрессионные кольца. Установка поршня на шатун. Поршневой палец. Стопорное кольцо. Шатунные вкладыши и болты. Бугеля шатунов. Прокладка и крышка заднего сальника коленвала. Сальник. Приводная звезда цепи ГРМ. Шестерня привода маслонасоса и трамблера. Успокоитель цепи ГРМ. Передняя крышка картера. Шестерни маслонасоса. Перепускной канал масляного насоса.
пробки масляных каналов. Передний сальник коленвала. Цепь ГРМ. Крышка рубашки охлаждения. Шкив коленвала. Заборная трубка маслонасоса. Поддон. Помпа охлаждающей жидкости. Верхняя крышка масляного фильтра. Заглушка масляного канала. Датчик давления масла. Фильтрующий элемент. Колба масляного фильтра. Головка блока цилиндров. Направляющие клапанов. Впускные клапана. Выпускные клапана. Опорная шайба. Пара пружин с
заглушка рубашки охлаждения головки. Такая же заглушка с другой стороны. Фиксатор распредвала. Звездочка натяжителя цепи ГРМ. Наконечники клапанов. Прокладка головки блока цилиндров. Затяжка гаек производится от центра в стороны, при этом в перекрестном порядке. Звездочка распредвала. Прежде чем прикрутить звездочку к распредвалу, необходимо выставить распредвал и коленвал по метках. При верно выставленных метках поршень первого цилиндра занимает верхнюю мертвую точку. При этом распредвал, выставленный по метках, находится в таком положении, при котором оба клапана первого цилиндра закрыты. Осталось скорректировать саму звездочку по штифту и зафиксировать ее болтами. Плунжер натяжителя. Фиксатор плунжера. Плунжер фиксируется болтом. Пружина натяжителя. После фиксации передней крышки головки отпускается болт фиксации плунжера. Освобождается плунжер, который под действием пружины натягивает цепь. После чего плунжер необходимо снова зафиксировать болтом. Это предотвратит преждевременное растягивание цепи ГРМ. Задняя крышка головки. Топливный насос. Толкатель привода насоса. Корпус термостата. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Запирающий элемент термостата. Верхняя крышка корпуса термостата. Клапанная крышка. Впускной коллектор. Карбюратор. Корпус воздушного фильтра. Фильтрующий элемент. Маховик. Стартер. Выпускной коллектор. Привод трамблера и масляного насоса.
трамблер. Свечи зажигания. Высоковольтные провода. Шкив помпы охлаждения. Ухо крепления генератора. Крыльчатка охлаждения. Кронштейн крепления генератора. Генератор. Ремень привода помпы и генератор. Щуп для проверки уровня масла в картере. Трубка вакуумного управления трамблером. Патрубок нейтрализации картерных газов. Патрубок вентиляции картерных газов. Топливный патрубок. Патрубок между помпой и термостатом. Патрубок между термостатом и впускным коллектором. Радиатор охлаждения двигателя. Нижний и верхний патрубки радиатора. Расширительный бак охлаждающей жидкости. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых видео!